господа, с вами я, ваша любимая Саркоплей. И сегодня я буду играть в эту замечательную игру. Я забыла, как она называется, вроде бы... Я не знаю как, но давайте мы будем разумывать. Это дом Тори. Похоже, надо вставить два одинаковых ключа. Подводное растение. Как тут красиво. Это мягкое кресло. Кажется, под креслом где-то есть. Наверное, вы нашли несколько зеленых ключей. А он под водой? Да, это возможно. Не принеси верить, что это возможно. Книжная полка под водой, скажи секрет, это магия. Подводный холодильник. Интересно. Это водоросли такие красивые, что вы хотите попробовать их на вкус. Подводное растение. Вы видите красивую подводную линию. Это дневник Тори. В нем объявлено несколько обратили на них внимание и начали читать. Почему я выгляжу идеально? Почему? Что у меня шикарный костюм? Рыба и меч потеряла свое оружие. Почему у нас ловкость ушли? Да, язык без костей. Вы поняли, что каламбуры из дневника зашкаливают. А, я поняла! Книжная полка под водой. Секрет? Скажи секрет, кто? Подводное растение. Поздравляем, вы нашли несколько желтых ключей. А первая комната, это вроде бы моя, да? Куча игрушек. Куча игрушек. Подводный шкаф. В ней что-то есть. Потерянно вы нашли такую школу. Что есть, это типа красивые рисунки. Вроде бы это рисунки нарисовал Азри. Типа мы, да? Похоже, надо вставить. Для них у вас есть несколько ключей. Возможно, подойдет. Красный, зеленый, желтый. Поздравляем, желтые ключи подошли к замку. Это портрет Тори. Это портрет Тори. Выглядит мило. Сейчас будет сражение с Тори, да? Ты пришла? Подождите. Ты пришла, чтобы... Подождите. Я ж выбрала девочку. А. Ты пришла, что... Подожди. Ты пришла... Да заткнись ты, гребаный... Я тут хочу прочитать. Я читаю нормально. Ты пришла, чтобы уйти? Я пыталась сделать тебя самостоятельно, но это было ошибкой. Нужно... Ой, я извиняюсь, что я вышла из игры, я извиняюсь очень сильно.
что я вышла с игры грёбаной этой тупой. Теперь все заново, да? Не говорите, что у меня все заново. Стоп, прежде чем чтобы уходить, давайте же мы сохранимся, что ли. А то я... Ой-ой-ой. Господа, а то я вышел послушать... Господа, если честно, я вышел просто по случайности. Я вышел по случайности. А, я понял, я же вышел. И все заново. Придется сражаться с другой. Господа, просто я случайно вышла, я извиняюсь за это. Господа, ну это мы уже видели все. Ой, кто тут? Что ты тут делаешь? Ты пришла, чтобы уйти. Я пыталась сделать тебя самостоятельно. Но это было ошибкой. Нужно было больше заботиться о тебе. Но я не могу тебя отпустить. Сначала докажи. Докажи, что ты сможешь справиться сама. Тариал, привет. Надо ее щадить, надо ее щадить. Почему? Ты можешь остаться с Азриэлем. Я тебя понимаю. Ради тебя, Лиза, я сделаю, что ты хочешь. Если ты честно хочешь, я не буду тебя осуждать. Но если ты придешь, не забывай. Надеюсь, ты будешь. Встреча с Славой. Надеюсь, наш план сработает. Постой, я послышалась. Мне кто-то есть. Скорее всего, тебе покажут. В общем, уйди. Уйди, Азурду. Хорошо. Добро пожаловать в Песню Рад.
улице. На ней написано «Добро пожаловать в Чемодан». Господа, попало, господа, помните, когда была я в Вандертеле в обычном, то я была, господа, вы помните тот момент, когда я играла в обычный Андертел, господа, когда я играла, когда я играла в обычный Андертел, то я попала, когда я пощадила Дори, то я попала в снежник, правда. Господа, помните, когда я играла в Вандертел, господа. Господа, если честно, плейлист на Undertale будет в правом верхнем углу, да. Господа, плейлист на Undertale будет в правом верхнем углу, да. Вот там. Все, дальше играть. Кокосы падают. Привет, человек. Испугался? Решай, эти кокосы сейчас тут падают, потому что это ловушка для тебя. Советую отсюда выйти, а то он скоро придет. Идем за мной. Прячься за этим парком. Раньше там не было. Но единственный робот не работает. Я не делаю еще. Где ты хочешь? Ты должен быть на своем месте и выполнять работу. Как же меня доставить в мои глупые каламуры? Не выполняю работу. Аж спасибо. Смысл испарился. Это же хватит сам шутить. Ты же улыбнулся. Да, и меня это бесит. Можешь, если ты будешь полезным, да? У меня нет на это времени. А что такое? Классная лавка с классным товаром. Просто иди на свое место, посмотри. Ты пришел здесь туда человек. Отлично, я буду ждать тебя около лавки. Не волнуйся, ты еще там попил. Он достаточно без умения. Хоть и пытался показать, что это не так. Эй, малая! Не хочу наоборот, но ты немного буду очень
Мамочки! А где Саня? А вон он, я его вижу. Всем бай, увидимся в следующих сериях.